Суета, суета. Там я вижу уже красоту. Сейчас все поснимаю. И очередь народу почему-то много. Мы его ждем, когда будет наша очередь. А вот это вот все, когда выходишь, тебе дают тут презенты. Всякие разные. Как-то так. Ой, там красота, я уже вижу. Венцо грузинское. Носочки. Вон свечи, посмотрите. В виде блюд. Хинкали. Что виноградик. Класс. Все, мы заняли очередь, нам дали номерочек. А я не знаю, все равно. Такая красота. Суета. Все, будем ждать очередь. Пойдем. Да, действительно, такая суета. Это мы вышли на верандочку. Будем ждать свою очередь. Музычка. Красивенько. Сейчас я выйду. Так, вот. Не дали показать. Вот такая вот красивая статуйка. Ой, вообще класс. Сейчас я ее еще сверху покажу вам. Очень много народу. Такая суета. Вот так вот как-то. Перед туалетом на бочке вот такой вот тазик с салфетками, и вот можно мыть руки. Ой, как все постоянно. Так, вот туалет, железная такая мощная дверь. Божечки, девочки, вот это туалет, я вам скажу. Посмотрите, какая мощная щеколдочка. Такое зеркало. Тюбочка. Можно поставить сумочку. Раковина. Какой диван. Ковер. Смотрите. А, туалет под стариночка. Помню, у бабушки такой был. Раковина. Все так аккуратненько, чистенько. Я сейчас буду мыть руки. Разделись. Дали нам вот такие вот номерочки. У меня 63. Шапочки. Такая атмосфера хорошая. Народу очень много. Посмотрите, поваров. Видно, как они там готовят. В костюмчиках мальчики. Все правильно. Все, нас вот девушка повела. Это наш столик. Я туда хочу. Видимо, Аруша сильно блестела эта тарелка, что они решили ее своими когтями забрать. Хорошо. Сейчас вернем. Я и не против. А вот мы красивые представители. Вообще отлично. Посмотрите, стаканы. Офигеть. Ага, спасибо. Дали меню. Так, это не было.
вот здесь мы расположились. Здесь подушечек так много. Как здорово. Так, наши пакетики. Спасибо, спасибо. Посмотрите, что понесли надутое это. Все, будем выбирать еду. Мы так удачно сели. Там, видите, кухня, откуда несут заказы. Вот мальчики-официанты, девочки. Вот так вот. Классно. А нас обслуживает тоже мальчик симпатичный. Кстати, там еще есть зал. Короче, круто. Мне нравится. Посмотрите, какие люстры. Просто отвал башки. Красота. Стеклянный потолок. Вообще супер. Здесь вот девочка на стойке растет. Да, вот у нас молодой человек выпрямил. Хорошо. Говори, говори. Получается, мартинелла. Ага. Потом вот эти вот кабачки царские. Хорошо. Получается, пол-литра яблочного лимонада какого-то, сейчас скажу, клево. Я понял, цельтель. Да-да-да. Смотрите, и... он подается в большом стакане, или вам нужен графин? А, большой стакан, да. Хорошо. Вот, так, и чай, чатура, литр. Хорошо. Вы закончили? Да. Я покажу целиком ваш заказ, вы заказали суп, дюшбарас, мы не кликали. Или вы не закончили? А, не, еще вот. Сейчас я еще буду. Молодой человек, меня голодной оставлять не надо. Хорошо, коллеги, я покажу ваш заказ, вы заказали два супа, дюшбаран, свиньи кликали. Маскинзелла, горячее блюдо с телятиной, с молочным соусом. Царская горячая закуска. Чирителли 0,5. Лимонад вишневый, литровый. Подвижание, вот этот баклажанчик, да? И май, десерт. Думал, в конце разместим. Все правильно? Ну, какой чайный пар нужен? Две. А, две, да, две. Хорошо. Да, такой милый молодой человек. Огромный заказ. Меня Никита зовут сегодня с вами. Ага. Я буду по готовности выносить. Вы не против? Хорошо. Да, мы даже рады. Какой милый молодой человек. Пришли мои рулетики. Ой, ага, такой запах. Посмотрите, какая красотища. Много. А у меня еще суп, а у меня еще десерт. Короче, тетя Лиля обожрется. Мы решили здесь плотненько покушать с Таней. А домой уже... Да. А домой потом возьмем, зайдем бутылочку вина. Нарежем сырок, колбасочка у Тани есть домашняя. Свиная. Да. Грудинка так, дома есть, по-моему, еще осталась. Тоже ручной работы, да. Вкусная. Вот, так что закусочка будет. Да. Ну, а сынок пусть спит. Да, пускай. Пусть это теряет. Тут просто это, мать с девушкой, просто да. Вот такие вот. Спасибо. Мне принесли супчик. Только зелени, хинкальки. Ой, какая прелесть. Так, и... Не сильно горячий кастрюля. И Тане принесли супчик. У тебя такой же? Да, такой же. А, мы одинаковые сделали. У нас одинаковые. Посмотрите, какая кастрюлька. Ой, горячая. Такой подносик клевый. Посмотрите, на досточке. Вообще супер. Нам принесли уже кружечки. А, Тане лимонадик такой красивый. И посмотрите, в каком чайнике принесли нам чай. Прям все такое древнее, старенькое. Ну, это потому что под стариночку. Ну-ка, какой он там. Запаривается. А как чай называется? Чатура. А, это чай... получается лаванда, вишня, смородина и какие-то специи. Ой, да. Обалдеть. Ой, как пахнет! Как здесь оперативно, быстро готовят. Вот Танюшке принесли уже картошечку в пюре с говядинкой, со всеми делами. Да. Очень красиво. Все, приятного нам аппетита. Что нам принесли? Вкусняшечку с соусом. Как называется?
Кабачки. Всего оно. Кабачки. Кабачки. Вяжем. Попробуем. Сейчас прям вот так возьмем руками безобразно и будем пробовать. Девочки, вы не представляете, вот это вот божественно вкусно. Я прям балдею, очень вкусно. Сплошные орешки, зелень, там еще вот чего-то много всего, но это очень вкусно. Ram darido, ram darido, ram darido. Принесли мне медовик, я его, правда, раздолбала уже. Пью чаек. И Данюшечка уже съела. Знаете что, у кого-то день рождения или какое-то событие, идут поздравлять, классно, как громко, шапку надели имениннику. Тут они ко всем столам подходят. Молодцы, любят свою работу, вообще очень здорово. Нам принесли уже счет, вот 3240, и мы заплатили 2776, это со скидкой. Приносят счет вот в таком конвертике классненьком и выдают паспорта. У меня теперь есть паспорт на этот грузинский ресторан «Супра». Здесь, короче, отмечается мое посещение, и тут своя схема, потом я буду получать что-то либо бесплатно, вот вино, тут блюдо, классно, сейчас мне поставят на выходе все, что нужно, и у меня есть паспорт, здорово. В зоомагазин, видите, всякие вкусняшки для собачек. Для кисок. Тане надо купить наполнитель и еще что-то. Да. Ой, гардероб для собачек. Красота. А, вот лоток, лоток. Такой высокий прям. А удобно будет ногами нормально махать? Нормально им там, да? Будет вообще. Неудобно было, не знаю. Ну, класс. А вот пониже не подойдет уже? Нет, как раз я повыше хочу, потому что они все выгребают так вот из него. А через верх все равно будет все лететь, Тань. Так, и наполнитель ты хотела. Вон там всякие наполнители. Давай, подержу что-нибудь, дай мне. Ой, смотри, шампунь. Для включения котят к унитазу. А, ну да, но это, может быть, в ближайшем будущем. А, не, не хочу. Ну, действительно, у них должен свой быть туалет. Так у тебя же есть мисочки. Мало? Я сейчас в изоляции держать я буду. Бери самые простые, вот эту двойную возьму. Нет, двойные нельзя, вода тухнет от формы. Точно, точно, точно. Вот для воды вот такая вот штучка, вообще хорошо. А у тебя дома пиалочек нету? Они все нужны, я всегда, у меня всегда в раковине куча пиалочек. Такая солнечная, посмотри. Нужно брать вот такую можно для корма взять вообще. А, ну да, да. Почему бы и нет? А для водички? Ну такую же для водички возьми, одинаковые. Слышишь? Да, красивая. Возьми такую же для водички. А для водички побольше нужна, чем это. Поглубже, сейчас, да? Вот это вот нет тоже, но вот почему-нибудь. Вот такая вот. Вот это красивая, да, но она тяжелая. А, вот такая вот грудечка вот. Красная? Да. Ой, еще и с рыбкой какая прелесть, смотри. Ну, берите, оно пригодится. Это конечно. Таня берет для кошечки новой, которая приблудила. Да. Как вы ее зовете хоть? Ева. Ева? Ева. А.
Евочка появилась. Будет временно проживать, снимать квартиру. Ну, если за месяц никто не возьмет, уже с нами будет. Ну да, если вот не найдутся хорошие руки, останется. Для корма хорошая. О, классно. Стаклона, да. Да. Смотри, не урони эти тарелочки. Не, так, что еще надо? Наполнитель, да? Да, наполнитель. А жрачка есть? Жрачка есть для чистоты. Ну и все. Ага. Боже мой, чего только нет. Представляете, о, эти, как когди точки. Кошкин дом. Да, кошкин дом. Такие тын-дын. Тын-дын, играться им. А? Тетя Лиля поиграет. Так вот. Класс. Ой, это вообще так бьет по бюджету. Я не знаю. Эти животные... Конечно, их надо любить, но очень много денег уходит. Еще когда не один, это вообще трэш. Митя, всякие-всякие консервочки, пакетики. Лекарства, наверное. Ой, а это? Меня уже для кошек. Ух ты, какая прелесть! Ох, они сдолбают, это гонялка очень много. Перышки, игрульки, видите, игрушки, все как детям, еда, горшок, игрульки, давай, иди смотри наполнитель, вон, посмотрите, какая прелесть, клевая штука, я видела, показывали, как киски играются, супер, тут должно быть что, а, все, вот так вот. О, божечки. Божечки, божечки. Вот какие-то деревянные тоже гонялочки. Так, что она там пошла смотреть наполнители? Куда она пропала? Моя Танюша, вон консервы для собачек. Уже на улице стемнело, а мы гуляки. По ресторанам, по ресторанам. Сейчас все, домой. Сейчас домой пойдем уже. Не, ну их, я думаю, что надо сразу брать большой, да, потому да, что да. Вот с маленькими по 100 раз да, ходить покупать. Раз или выходят маленькие. Сейчас у тебя... Вот это вот такое? Ой, блин. Как все дорого. А здесь получается где-то 8-10. Ужас, ужас. Мы когда уходили с ресторана, нам дали вот такой вот хворост. Надо выбросить. Сейчас попробуем. Танюша сырок нарезала. Мы будем пить винцо. Вот такое вот. Кинзамараули. Полусладкое. Вот такой у нас вечерок, досуг. Угу. А завтра еще утром, если ничего не изменится, будет еще кое-что. Вот они, брат и сестра. Посмотрите, какие они. Семка. Тоже боятся, боятся. У Семки вот носочки белые. Вот это мальчик сидит, да? Да? А вот девочка. Ой, сладкие. Ну, стенкам хана, конечно. Да, да ему давно еще хана. Да, уже надо ремонтировать. Тимой сладкий! Тимой сладкий! Ну, иди, познакомимся. Сёма? Сёма! Ой, да боже мой! Какой хороший контент! Сёмочка! А там Майя всё нюхает, контролирует. Ну вот, знакомьтесь. Новые дети. Члены семьи, да. Ребята. Многодетная семья. Да. Расцветка клевая вообще. Сёмочка. Сёмочка. Знакомлюсь с ним. Тимой шлётки. Тимой шлётки. Ты такой хороший. Испугались мы. Мы испугались. Они еще боятся, никак да. Не привыкнут. Вот. Ой, на свет, да, а то что-то в темноте.
ой, беги, ой, побежал, ой, побежал. Но он все равно посмелее сестры. Он, да, сестра он, спряталась очень под нежный, диван. Он сегодня мурчал, Артур его гладил, да. Сёма, Сёмочка, Сёмонька, не бойся, ты такой хороший, ты такой симпатичный. Вот так вот, вот, вот так вот. Ну ладно, постепенно будем, да, знакомиться? В дёсны не будем жахаться. Постепенно всё у нас будет. Такие ушки, такой важненький. Ну, мордашка такая прям добренькая. Да? Ну что, Ева? А? Вот она, приблудилась. Здоровается, нюхает. Ну, привет. Привет. Будем знакомы. Ну, она серьёзная. Вот хоть ты говоришь, она ласковая, добрая, но морда прям такая важная. Ты важный ребёнок. Ева, Евочка. Слушай, у ней морда пятно светлое. Да, как у британца. Я не включаю свет, потому что боюсь её напугать. Ой, ой, ой. Всё. Говорит, хватит. Ой, ты трётся. Еще молоденькая, 8 месяцев. Ну, такая ну, прям крупненькая. Ну, да. Ну, пописила сейчас. Все, к хозяину пошла. Да. Бегают вдвоем, так прикольно. Утек вот боится каждого шороха, каждого звука, бедная. Да кушай спокойно. Они немножко... шугливые, потому что их подобрали ну, в таком месте, где их обижали. Ну, вообще боялись там. Всего. Привыкнут. Пошла, пошла на разведку. Я их не могу различить. Что-то на фотографии различила, а так не могу понять, кто есть кто. Вон они, видите, что делают. Подслушивает, там же кошка в той комнате. И вот они периодически подходят, нюхают, подслушивают, что там происходит. Дали вкусняшку, открыли этот рыбную консерву. Как рыбка вот называется? Это тунец. А, тунец. Вот, тунцовый, да. Короче, это самое лучшее, вот, что у нас вообще продаются. Представляете, да. Как детям, я офигела. А? Таня открыла шкафчик. Да. Ну, бля, чего только нет. Да. А, девочки. А, там вон еще роем канины стоят да, за этим. Да, да. Вот у них получается прям вообще питание супер. Эти красавицы, моя шлятка. Угу. Проголодалась девочка. Хотя Таня все время... Вот две тарелки, это чтобы они не дрались, у каждого своя тарелочка. И уже вот подсыпала они вот... Сколько да. Я здесь нахожусь, да, весь вечер, они без конца так время от времени жували а этот вот этим корм. Вот, короче, ни в коем случае кормить нельзя. Да, да, да. Вот да, эту да. Пачку мне вчера передал брат, потому что он мне, ну, как бы вот кошку да, Еву, да, он да, отдал да, мне, вот, как бы приютили мы ее. Потому что здесь в составе пишут одно, факту, это соевое мясо с кучей ешек, сахаром и солью, которые категорически, короче, запрещены. У подруги кошка, кот прожил 4 года ровно на этом корме, он как старичок уже ходил. Вот вон сколько Танюшка закупила, вот роял один канин, корм. Получается, и Грандорф, это бельгийский, короче, импортный, вот он хороший. Вот. Вот видите, мои дети какие заботливые, заботливые, кормят. Живность. Молодцы. Молодцы, заботятся. И вот, видите. Вот она кушает. Вот ей нравится, потому что как бы там натуральное реально да, мясо. Да, да, и да. Вот рыба, соус, рыба. Там, да, рыба. Рыба, мясо рыбное вот это вот. Вообще. Зови братика. Где Сёма? А Сёма вон этот корм нюхает. Сёма, иди кушать. Она сейчас всё съест. Сём. Сёма, ой, вот. Вот что выделывает этот Сёма. Иди кушать. Вот им прям нравятся эти консервы. Девочка сладенькая. Такая симпатичная. Они похожи очень с братом. У них получается помесь как бы с дикой лесной кошкой. Это прям очень видно. Вот, как бы и по характеру, и по краске. Но не камышовый? Не камышовый? Камышовый. Ну вот я говорю, камышовый. Прям, да, да, да. Ну их поймали там в лесной местности, конечно. Сёмочка, иди кушать рыбку. Сейчас сестра все сожрет. Сём. Сёмочки тоже откроем.
Да нет, она же все не съест, вон еще сколько осталось. Майя? Майя? А Майя? Краска кушает. А вы Сема так лег, смотрит на нее, любуется. Ага. Они так любят друг друга. Вот что значит брат и сестра. Да. Постелили вот им полотенчика, потому что они не умеют пить воду нормально. Все мокро-мокро. Да, тут лужа прям вот огромная была, да. Слушай, смотри, в тарелке котяра такой клевый. Да. Посмотри, я ее уж снимаю, она уже не шугается. Или она увлеклась просто? Она увлеклась, она же дикая, ей нравится прям именно мясное. Вот это вот она мясо почуяла. Чуя вот эти вот кириешки. Смотри, а Сёма наблюдает просто. Да. Ты не проголодался, Сёмочка? Сёмочка? А, Сёмочка? Сёмочка, ну не бойся. Ну тебя ж никто не обидит. Красавчик. Ну, посмотрите, какой у него педикюр. Вот у Майи нет такого на лапках. Видите, у нее лапки все темненькие, а у него прям педикюрчик. Беленькие пальчики. Да пусть кушает. Она так больше лижет, знаешь, чем ест. Ты моя хорошая. Не бойся. Привыкай к рукам. А ты как думала? Домой попала. Вот она кушает. Девочка. Уши свои заложила. Уши красивые у них стоячие такие. Да, да, большие прям. Леопардовая он раскраска вообще прикольная. Да, симпатичная. Майя такая думает, да отстаньте вы от меня. Ой, вы молодцы, что взяли, конечно, их. Ну, как еще? Надо помогать. Тоже нужно дарить добро, любовь. Да. Вот сейчас, если нашу вот Еву никто не заберет, вообще... Брат не выдержал. Да. Посмотрите, какой у него педикюр. Да. Все лапки, пальчики носочки. Беленькие. Носочки, носочки. Ты куда пошел, хулиган? Ой, куда ты лапой в воду? Да, вот у него есть такой прикол, короче, вот лапы в воде. Моется там, где пьет, короче. Ну, понятно. Ой, тебе маленький, может, это двинуть ему надо встать? Да, а, он найдет. Да, подойдет с другой стороны и все. Кушай, кушай, Семочка, кушай. Ну, и водички пить, конечно, лапу помочила, нужно пить. Так наблюдать прикольно вообще. Да, антистрессы. Да, один пьет, другая кушает. И смотрите, не дерутся, уступают друг другу. Сейчас вот сестренка наестся, а потом уже пойдет братик. Угу. Так они по очереди едят. Пока он ест, она на сухой пошла. Потом мордочку сует, он ждет. Дружные. Да, очень дружные. Ага. Как мать воспитала. Ну, как это все трепетно вообще, черт возьми. Можно наблюдать вообще часами. Посмотрите, как они похожи. Прям близнецы, только лапки отличаются. Ну, вот я сижу прям рядом с ними. Не шугаются. Или консерва и мозг замутила. Или что? Чё моя девочка? Чё моя шляткая? Наелась? О, мужик! Решил все подъесть. Да? Ну-ка, дай я поставлю. Дай я поставлю на эту, на полотенчик. Смотри, Таня, он не убегает. Ой, она убегает. Нет, нет, сначала нет. Ну да. Такие отошли в сторонку и опять. Боже мой, какие они бомбические.